спасибо, что вы пришли. Мне приятно быть здесь, в Пенсильвании, и представлять мой семинар о сотворении эволюции динозавров. Для кого это первый семинар? А кто уже был раньше? И кто еще не понимает вопроса? Мое имя Кент Ховард. Я преподавал науку 15 лет, теперь я путешествую уже 10 лет и говорю на тему о сотворении, эволюции и динозаврах. На последней сессии мы говорили, как теория эволюции стала популярной в середине 18-го столетия и о появлении геологической колонны. Нам поможет этот график. В 1830 году была придумана геологическая колонна. Кто помнит, в каком единственном месте в мире можно найти геологическую колонну? Да. В учебниках. В каком ты классе? В четвертом. Молодец. В начале 18-го столетия люди начали отвергать Библию. По нескольким причинам. Промышленная революция, в странах происходили политические революции, век антимонархии. И это было время процветания, новых изобретений, и люди думали, что Библия мешала их стилю жизни. И была придумана геологическая колонна, что привело к Дарвину. И сегодня я хочу показать влияние теории эволюции 18-го столетия на происхождение коммунизма, социализма, марксизма, нового мирового порядка, нацизма. Все это связано вместе. Это сущность отвержения Библии. Некоторые люди не хотят, чтобы Бог говорил им, что делать. И я вам представлю 14 основных идей, о которых мы поговорим. Первое. Бог создал мир. Второе. Сатана возгордился и решил, что человек должен поклоняться ему. Третье. Сатана восстал против Бога, но потерпел неудачу и был проклят. Он проиграл. Бог сказал, что семя женщины поразит его в голову. И сатана пытался уничтожить все семя женщины в то время. И с того времени... И он обманул Еву. И уже 6000 лет идет война. Со времени падения Эдемского сада, когда сатана восстал против Бога. И он использует ту же технику, что и на Еве в Эдемском саду. Три вещи. Первое. Он старается вызвать сомнения. Тогда он опровергнул то, что сказал Бог. Назвал его обманщиком. И тогда он попытался обожествить человека. И вы будете как боги. Это теория эволюции. Тогда на протяжении многих лет он использовал разных людей для продвижения своей теории и для выполнения своей цели – уничтожения человечества. Сюда относятся нацизм, коммунизм, социализм и приближающийся новый мировой порядок. Сатана обещает дать все богатства мира, если вы поклонитесь ему. Он обманщик. И много групп работают с дьяволом, многие не знают, что они работают с ним. Но они стараются достигнуть его цели. Сначала новый мировой порядок, потом уничтожение человечества. Сатана заложил в сердца и умы немногих супербогатых людей, что их задача – управлять миром и сократить население. Но они не понимают, что как только они это сделают, он уничтожит и их. Так всегда делали коммунисты. Они говорят революционерам уничтожить какую-то страну, потом они уничтожают самих революционеров. Все-таки им нельзя доверять. И страдание придет скоро. В мире будет страдание, какого он еще не знал. Скоро будет очень плохо. Мы можем увидеть страдание, когда мир преследует нас. Сказано, что мы будем преследуемы. Но мы не увидим гнев Бога. Гнев — это когда Бог наказывает мир. Мир преследует нас и всегда преследовал. Христиан преследует и сегодня. Мы это увидим, но мы не увидим Божий гнев. И 14-е. Бог побеждает. В конце. Я прочитал последнюю главу. Мы победим. Зная это, что мы должны делать? Мы должны понять, что у Бога все под контролем и слушаться Его. Это основная идея сегодня. Давайте рассмотрим другие факты. Бог создал мир. Он владелец. Написано, вначале сотворил Бог небо и землю. Но некогда... Может быть, 100 лет спустя Люцифер возгордился и подумал, «Эти люди должны поклоняться мне». Мы знаем, что Люцифер не упал с неба до завершения творения, потому что в Бытие 1.31 увидел Бог все, что он создал, было хорошо весьма. Сатана еще не упал. Также мы знаем, согласно Иезекиилю, что Люцифер был в Эдеме, доколе не нашлось в нем беззакония. Эдемского сада не было до дня 6. До рождения Каина и Авеля, около первых 100 лет,
потому что Сив был рожден, когда Адаму было 130 лет, мы думаем, что в первые 100 лет сатана возгордился. Об этом говорится в Исаии 14. «Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Дьявол хочет быть Богом, но он не может быть Богом. Он злой, и он старается уничтожить все, что сделал Бог, чтобы Бог выглядел неудачником. Он хочет уничтожить человечество. Я хочу показать, как теория эволюции является ключевой идеей нашего столетия, чтобы уничтожить человечество. В Исаии в 14 главе написано: «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана проиграет в конце. И Бог не переживает ни за что. Мы находимся в середине войны, но Бог знает, как она закончится, и мы тоже, если мы читаем Библию. И нам не надо беспокоиться, надо заняться делом. Однажды люди посмотрят на сатану и скажут: «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» Мы удивимся ничтожеству сатаны, когда увидим его в глубине ада. Бытие 3. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами». Бог проклял сатану и сказал в стихе 15, что семя женщины поразит тебя в голову. Ты будешь жалить его в пяту, а оно будет поражать тебя в голову. И когда сатана распял Иисуса на кресте, он ужалил в пяту. Это было тяжело, но не смертельно. Иисус воскрес из мертвых. И в один день он поразит сатану в голову. Это будет смертельно. Я не могу дождаться. Идет длинная война. Сатана решил уничтожить каждое семя женщины, чтобы спасти свою шкуру. И битва продолжается. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог? Сомнение. И тогда он сказал: нет, не умрете. Отрицает слова Бога. И тогда он сказал: и вы будете как боги. Обожествление человечества. Эту тактику он использует и сегодня. Сомнение, опровержение, обожествление человека. Гитлер сказал: если говорить ложь во всеуслышание достаточно долго и часто, народ поверит лжи. Он сказал: они больше расположены верить большой лжи, чем маленькой. Если вы говорите, что все будет хорошо, тогда можете сказать, что вы станете богами. Это большая ложь, но в нее поверят. Он использует эти три обмана и сегодня. Начните сомневаться, отвергните Слово Божье, обожествите человека. Он использует этот обман, чтобы миллионы попали в ад, и вы будете как боги. Много религий мира поверили в это, но мы говорим об этом в других частях. Сатана начал эту войну около 6000 лет назад. В этой войне он сражается с Богом. Он хочет, чтобы вы поверили, что вы станете Богом. И во что вы верите, философия, определяет ваше поведение. Вера определяет поведение. Если вы верите, что вы Бог, вы хотите, чтобы все служили вам. И сатана хочет, чтобы вы думали, что вы Бог. Библия предупреждает, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Слово «философия» происходит из двух греческих слов «филио» — «любить», и Софи — человеческая мудрость. Философия очень важна. Эволюция — это не наука, это философия, это образ мышления, это взгляд на мир, и нет поддерживающей это науки. Сатана использовал разных людей для уничтожения мира. Нацизм, коммунизм, социализм, марксизм, расизм, новый мировой порядок. Мы поговорим о них. Расизм. Дарвин написал книгу в 1859 году. Дарвин находился под влиянием разных людей, Малфис, Лайл и других. Дарвин написал эту книгу, она у меня вот здесь. Но теория эволюции появилась задолго до этого времени.
Дарвин присвоил много идей своего дедушки, Эрасмуса Дарвина, который придумал большинство теорий задолго до Чарльза. Но эта книга оправдывала расизм. Книга называется «Происхождение видов», но это не полное название. Также, что такое виды? Еще никогда не было хорошего объяснения слова «виды». Люди смотрят на этих обезьян и говорят, они разных видов. Может быть. Но они тот же род животного. Тот же род. Библия говорит, что они произведут породу их. И в этой книге не упоминается о происхождении видов. Хотя это и есть название книги. Автор написал, как происхождение жизни, так и происхождение главных групп животных до сих пор остается неизвестным. Они этого не знают. В этом учебнике детям говорится больше о названии книги. В нем говорится, в 1859 году Дарвин написал книгу под названием «О происхождении видов с помощью естественного отбора». Видите, раньше были очень длинные названия. Вот полное название книги Дарвина. «Происхождение видов с помощью естественного отбора или сохранение привилегированных рас в борьбе за жизнь». Привилегированных рас? Дарвин, это не общественно приемлемо. Но в 1859 году почти каждый человек был расистом. Тогда вы могли покупать и продавать рабов. 1859 год. Дарвин сказал, так от борьбы природы, от голода и смерти на более возвышенный объект, который мы можем произвести, а именно производство высших животных, непосредственно следует. Другими словами, смерть и страдания – это хорошо? Да, это его философия. Дарвин был странным человеком. Он думал, что туземцы были развитыми животными. Конечно, в то время продавали рабов. В Америке было рабство. И людей продавали как коров. Вы должны понять, что книга Дарвина появилась как раз в то время, чтобы оправдать то, что уже происходило. Посмотрите на позиции этих людей. Это Генри Онсборн, великий эволюционист. Он выступал против сотворения и считался одним из ключевых свидетелей за эволюцию против сотворения. Он сказал, «Интеллектуальный стандарт негра среднего возраста подобен 11-летнему представителю вида Homo sapiens». Если учитель скажет это сегодня, сколько он продержится на работе? Томас Хаксли, который продвигал Дарвина, сказал, «Ни один рациональный человек, осведомленный в фактах, не верит, что средний негр равен, но не лучше белого человека». Видите, в то время рабов перевозили на кораблях. И 10 или 20% рабов погибали в дороге. Рабство – это ужасная вещь. И рабство можно оправдать только эволюцией. Люди должны поверить, что одна раса выше другой. По-другому нельзя. У этих людей была интересная работа. Они искали потерянные звенья. Они думали, что между белым человеком и обезьяной должно быть звено, если мы так произошли. И они начали искать потерянные звенья. Они поехали в Австралию и подумали, что аборигены были прекрасными потерянными звеньями, потому что у них большие челюсти. Причина этого то, что у аборигенов нет инструментов, как у нас. И они используют челюсть, например, как тиски или плоскогубцы. Если надо что-то сломать, они используют челюсти. И потому что они используют мускулы челюстей намного больше, чем мы, у них большие мускулы. И чем больше мускулы, тем больше кости. И это знает любой спортсмен-тяжеловес. Посмотрите, это очевидно. И у аборигенов челюсть больше из-за стиля жизни, не из-за эволюции. Они начали ловить аборигенов, порабощая их, убивая их и посылая их в музей как образцы. Миссионер Нового Южного Уэльса оказался свидетелем ужасной резни нескольких десятков аборигенов. После резни 45 голов были сварены, и 10 лучших из них были упакованы для перевозки. Вы знаете, они убивали аборигенов для того, чтобы их скальпы были в музеях. И многие находятся здесь, недалеко.
В этом Смитсонианском музее в подвале находится 33 тысячи. Прямо сейчас. Этот музей тщательно старался скрывать много важных находок. Как громадные скелеты. Скелеты от 2,5 до 3,5 метров длины. Он берется изучать их, и они навсегда исчезают. Видите, они верят в эволюцию, и они хотят, чтобы вы думали, что мы произошли от шимпанзе и становимся больше, лучше и умнее. Идея, что раньше человек был больше и умнее, не подходит, чему они учат. Написана хорошая книга о далеких приключениях, о находках, которые были загадочно уничтожены и исчезли. Я уверен, что им, этому музею, есть что скрывать. Конечно, это не значит, что все люди, работающие там, плохие. Есть и хорошие люди, но некоторые хотят защитить эволюцию. Оду Бенгу забрали от жены и 2 детей и поместили в клетку с обезьянами, как часть выставки эволюции. После он сошел с ума и убил сам себя. В Сент-Луисе на ярмарке в 1904 году показывали пигмеев, чтобы показать, что они еще не развились, как белый человек. Дарвин считал женщин низшими. Он сказал, что женатый человек – это бедный раб, даже хуже негра. Скажите, если учитель скажет это сегодня, как долго он будет работать? Или жить? Однако все школы в этом районе хвалят Дарвина как великого ученого. Однако он был расистом, и он ненавидел женщин. В конце он женился на двоюродной сестре. Кроме нее никто этого не хотел. Он сказал, главное различие степени интеллектуального показателя 2 полов показано мужским стремлением к возвышенности. Чем бы он ни занимался? Чем женским? То ли потребность глубокой мысли, разума, воображения, или просто использование чувств и рук, средняя умственная сила в мужчине должна превосходить женскую. Хороший парень. Так, в конечном счете, мужчина стал превосходить женщину в поэзии, силе, голосе и так далее. У Дарвина была проблема самолюбия. Но это сказалось и на других людях. Например, Теодор Рузвельт думал, что индейцы были низшими видами. И если вы думаете, что цвет людей что-то значит, неизвестно, куда это приведет. Рузвельт сказал, «Я очень хочу, чтобы неподходящие люди были предотвращены от размножения». Кто эти люди? Рузвельт думал, что эмигранты из Европы, Шотландии, Ирландии и Востока были угрозой американскому обществу. Сколько из вас произошли из этих стран? Почти каждый, правда? Согласно ему, вы низшие. В 1871 году Конгресс США порвал все договоры с индейцами. Почему они это сделали? Потому что много членов Конгресса верили в эволюцию. Или же они были расистами и думали, что один вид хуже другого. И они думали, что индейцы были низшим видом, и будет лучше, если белый человек захватит их территории. Тогда думали так? Вы должны прочитать о тропе слез. Что сделал расизм? Это началось до Дарвина. Они преследовали индейцев. Сначала их называли дикарями и негодяями в газетах, чтобы все думали, что они ужасные. И потом, когда вы поступаете с ними подло, это никого не беспокоится. Философия эволюции сыграла большую роль в истории. Это основа коммунизма, нацизма, социализма. Главная идея – человек может стать богом. Власть над людьми. Сатана в попытке установления нового мирового порядка использовал разных людей. Он использует человеческую жажду к власти, богатству, красоте и знаниям. У Люцифера была та же проблема в Иезекииле главе 28. Он возгордился богатством и красотой. Библия говорит о похоти плоти, похоти очей, о гордости житейской. Они уничтожают человека. Написано, что корень всех зол есть ребролюбие. У людей есть жажда к деньгам. Они хотят больше денег. Ничего плохого в деньгах, но если они стают вашим хозяином, все катится вниз. Корень всех зол есть сребролюбие.
Вы должны прочитать некоторые книги в конце семинарного блокнота в представленном списке о Рокфеллере. Когда вы поймете, как Рокфеллер связан с фармацевтической промышленностью, лекарственной промышленностью, стоматологической промышленностью, вы только покачаете головой от удивления. Корень всех зол есть серебролюбие. У меня сейчас нет времени, позвоните, и я объясню вещи, как почему в зубной пасте находится фторид. Он опасен? И почему для лечения мы используем таблетки вместо питания? Карнеги основал организацию с намерением предохранения школ от науки о сотворении. Юджин Скотт является президентом этого общества, Национального центра научного образования, основанного Карнеги. Они рассылают брошюры в школы учителям и ректорам по всей Америке, говоря, не допустите сотворения в ваших школах. Но о сотворении можно учить в школах. На протяжении всей истории были попытки к восстановлению нового мирового порядка. Коммунизм и гуманизм играют большую роль. Коммунизм основан на идее, что человек – это высшая власть. Бога нет. И поэтому человек встает Богом. Коммунистические правила эволюции были случайно обнаружены в 1919 году. Кажется, был убит шпион, и они были найдены в его кармане. Вот эти правила. Вот как они замышляют захватить мир. Первое. Разложить молодежь. Увести их от религии. Второе. Опровергнуть старые моральные кодексы. Третье. Поощрение гражданских беспорядков и мягкое отношение государства к преступности. Вы заметили, сколько преступников отделываются мягкими приговорами? Откуда эта идея? Три раза и тебя нет. Он убил только двух людей. Один раз и тебя нет. Мы потеряли библейскую основу обращения с заключенными и наказания преступников. Мы далеко отошли от Библии. Они поддерживают мягкое отношение к преступности. И тогда разделить людей на враждебные группы и направить внимание населения не на государство, а на атлетику. У кого из вас в центре внимания атлетика вместо государства? Сколько из вас знает больше о спорте, чем о государстве? В 1896 году было 311 атлетов на Олимпийских играх. В 1996 году, 100 лет спустя, было 13 тысяч атлетов. Кто-то должен узнать, сколько денег тратится на спорт. Это включит стоимость билетов, стоимость перевозки команд спортсменов и зрителей, стоимость постройки зала для игр, влияние на окружающую среду. Это нереально, сколько идет туда денег. И шестое. Контролирование прессы. Как CNN, кабельная сеть новостей. Очень важно, если вы хотите контролировать страну, вы должны контролировать прессу. Вы говорите им то, что вы хотите, чтобы они услышали. Вы их отвлекаете. Давид Рокфеллер выступил на одной из иллюминати встреч и выразил похвалу по контролю прессы США и хранению клятвы о неразглашении планов глобалистов. В разговоре к своим товарищам-заговорщикам в 1991 году Рокфеллер сказал: «Мы благодарны Washington Post, New York Times, Time Magazine и другим великим изданиям, директора которых посетили наши встречи и сдержали свои обещания о рассудительности на протяжении уже 40 лет». Он продолжал объяснять: «Невозможно было бы разработать наш план, если бы мы были подвержены гласности. Но сейчас мир более обманчив и подготовлен для марша к новому мировому государству. Высшая национальная верховная власть интеллектуальной элиты и мировых банкиров более предпочтительна, чем национальное самоопределение, практиковавшееся в прошлых столетиях». Он говорит, что миру будет лучше с богатыми банкирами у власти. Он говорит о себе. У него есть почти все деньги, но он хочет все деньги. И секретное государство – это супербогатые люди. Просмотрите кассету, называется «Четвертый рейх богатых».
Деса Гриффина. На ней много хорошей информации. Или позвоните мне в офис. Вот слова некоторых людей из отдела новостей. Ричард Конт. Он сказал: «Мы установим нашу программу охвата новостей, имея дело с вопросами и темами, которыми мы считаем нужными». Президент новостей CBS сказал: «Наша задача дать людям не то, что они хотят, но то, что мы считаем нужным». Если о чем-то говорят очень долго, как, например, судно над О.Джей Симпсоном, они хотят отвлечь вас от чего-то более важного. Если на новостях что-то большое, это не важно. Это отвлечение внимания, это завеса. Они что-то прячут. Когда они пытались обвинить Клинтона за Монику Луинский, это было только прикрытие. Они должны были обвинить его за Китай. Обвинить его за предательство. А не за отношения с Моникой. И я не знаю, почему сенаторы думают, что они должны решать об отстранении президента от должности. Мне кажется, что в Конституции написано, что Палата представителей решает об отстранении президента. И они вынесли такой приговор. И Сенат проводит суд над приговором. Виновен ли он, но не об отстранении от должности? В нашей стране проблема. Мы отошли от Конституции. Герман Дисмор сказал: «Нью-Йорк Таймс умышленно изменил точку зрения на либеральную, социалистическую. Репортеры новостей, несомненно, либералы. Пресса новостей в основном либеральна». И седьмое. Разрушение веры людей в правителей. Коммунистические правила эволюции. Восьмое. Регистрация всего оружия. Зачем нужна регистрация всего оружия? Каждый диктатор хочет контролировать оружие. Он сможет контролировать сопротивление. Ленин сказал: «Один человек с оружием может контролировать 100 человек без оружия». И когда вооруженный человек заходит в банк, он говорит, чтобы все легли на пол. У одного человека оружие, и все его слушаются. Коммунисты знают это. Они знают, что у человека с оружием есть власть. Все его боятся. Все диктаторы – Ленин, Сталин, Гитлер – призывали к контролю оружия, потому что они хотели власть. Все идет к обману сатаны. Вы будете как боги. Наши отцы оставили нам вторую поправку, статью вторую. Они сказали: если государство боится людей, тогда это свобода. Если же люди боятся государства, тогда это тирания. И вторая поправка – это последняя зацепка. Последняя защита от государства, если испортится само государство. И само государство разделено на три разные ответвления. Законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть. И каждая ветвь проверяет и контролирует другую. Наши отцы сказали: в случае, если все испортится, у каждого гражданина должно быть оружие. Вторая поправка – право хранить и носить оружие. И этот законопроект о отнятии автоматов – это ужасно. Это против Конституции, его нужно отменить. Вы скажете: доктор Хован, вам не нужен автомат для охоты за утками? А, вы убьете много уток. Но поймите, цель второй поправки не для охоты. Цель второй поправки – чтобы вы могли защитить себя от своего же государства. На всякий случай. Я верю в контроль оружия. Контроль оружия – это умение держать его и попасть в намеченную цель. Это контроль оружия. Гитлер сказал: «Этот год запомнится в истории. В первый раз цивилизованная нация зарегистрирует все оружие. Наши улицы будут безопаснее, милиция будет эффективней». Конечно. «И мир последует за нами в будущее». Гитлер был сторонником контроля оружия. Они регистрировали оружие, чтобы знать, у кого оно есть. И потом все происходило очень просто. Они знали, у кого есть оружие, место окружается, и оружие просто-напросто конфисковывается. Так происходит. Жанна Рено сказала: «Одной регистрации оружия недостаточно.
Периоды ожидания – это только шаг. Регистрация – это тоже только шаг. Но целью является запрет частного оружия. Это идея Карла Маркса. У нее марксистская философия. Это не библейская, не христианская, не конституционная философия. Это марксистская философия. Сенатор Огайо сказал, что хорошего принесет запрет некоторого оружия. Все оружие должно быть запретным. Откуда у него эта идея? От коммунизма. Сара Брэдли сказала, наша задача создания полностью социалистической Америки осуществится только тогда, когда те, кто хотят противостоять, будут полностью обезоружены. Интересно. Билл Клинтон сказал, все общество страны должно начать крупные облавы, уничтожая, а не продавая найденное оружие. У Клинтона марксистская философия. Он и многие люди находятся под влиянием Карла Маркса. Коммунисты говорят, что они хотят мир. Но у них значение слова «мир» отличается от нашего. Оно значит отсутствие сопротивления. Когда все перестанут сопротивляться коммунизму, тогда будет мир. Им нужен Вьетнам, Корея, Китай, Афганистан. Все страны, вот что им нужно. Карл Маркс, отец коммунизма, хотел посвятить свою книгу Дарвину. На первой странице он написал «Посвящается Дарвину от искреннего поклонника Карла Маркса». Маркс знал, что его идеи коммунизма не будет успеха без эволюции. Две теории идут вместе. Маркс упоминает о эволюции снова и снова. Прочитайте хоть одну из его работ, и вы увидите эволюцию. Иосиф Сталин, советский диктатор, был сторонником эволюции. Он убил около 60 или 100 миллионов своих людей. Я посетил Украину. В прошлый раз здесь была семья из Украины. Вот сзади. Вы знаете, что Сталин убил 10 миллионов людей на Украине? Они погибли от голода. И Украина – это хлебная корзина России. Они засеяли поля. За несколько дней до жатвы советские войска собрали весь урожай и увезли его. Оставили людей умирать. Интересно. Ребенком Сталин учился в христианской школе. В христианской школе Сталин прочитал вот эту книгу. Когда он прочитал эту книгу, он стал атеистом. Книга изменила его жизнь. Сталин сказал, если выживают сильнейшие, тогда я буду сильнейшим. Во Второй мировой войне, когда немцы напали на Польшу с одной стороны и русские с другой, польская армия была уничтожена через 5 дней жестокого сопротивления. Но сопротивляться было почти невозможно. И в конце они сдались. И когда они сдались, солдаты спросили Сталина, что нам делать с захваченными польскими офицерами? Сталин ответил, расстреляйте их. Россия отрицала это долгое время, но они признались в 1992 году. Они признались в расстреле. Они взяли 14 700 офицеров, завязали им глаза и расстреляли их в затылок. Массовое убийство в лесу Хатина. Вы скажете, они убили 15 тысяч офицеров? Да. Вы скажете, это же нехорошо? Да. Понимаете, если человек верит в эволюцию, тогда нет Бога, которому придется давать ответ. Поэтому не имеет значения, что хорошо. Важно, что выгодно. Цель оправдывает средства. И соглашение – это средство передвижения. Глупейшие ошибки наших сенаторов – это соглашение с советскими людьми. Вы скажете, брат Ховенд, они голодают, не должны ли мы дать им хлеба? Если они голодают, скажите мне, почему они увеличили производство оружия в 6 раз за последние 10 лет? Наш руководитель как-то спросил их руководителя – почему вы производите столько танков, оружия, бомб, подводных лодок? Зачем столько военной техники? Ему ответили, мы не хотим безработицы. О, хороший ответ.
И если вы думаете, что Советский Союз изменился, вы ошибаетесь. Коммунизм возвратится с большей силой. Запомните мои слова. Советский Союз не разрушился. Они не развалили Берлинскую стену, чтобы мы смогли зайти. Она им уже не нужна. Коммунизм уже везде. Стена больше не нужна. Пол Пот, диктатор коммунистической Камбоджи, он убил 1/3 всего населения. Казнил. Как-то я встретил в Пенсаколе людей, все родственники которых были убиты. Я встретил в магазине человека, вся его семья, отец, мать, братья, сестры, тети, дяди, все были убиты Полом Потом. Он остался один. Вы можете себе представить убийство 1/3 или половины всего населения? Питер Сингер сказал, «Христианство – это наш враг. Следуя животному правилу успеха, мы должны уничтожить иудео-христианскую традицию». Мао Цзэдун, диктатор коммунистического Китая, кстати, с американской помощью, американские капиталисты финансировали захват Китая, чтобы именно коммунисты захватили его. Печальная история. Кто-то ответит за это перед Богом. Но после захвата Китая Мао назвал Дарвина и Хаксли его любимыми авторами. Когда Мао Цзэдун захватил Китай, он начал убивать христиан. Потому что христиане не уживаются в коммунистических странах. Он убивал 15 тысяч человек в месяц. И в школах учат этому в нашей стране. И вы платите за это, чтобы вырастить поколение гуманистов, социалистов или, может быть, коммунистов. Детей учат этому. Жизнь произошла из неживого вещества, существующего раньше на Земле. Это не факт, это сказка. Но детей проверяют. Этот автор сказал, нужно выступить против креационизма. Ни одному стороннику этой пропаганды нельзя обучать классам науки. Если учитель начинает учить о сотворении, по закону это можно, они рискуют потерять свою работу. Спросите любого учителя. Они боятся говорить о Библии или о сотворении, потому что всегда существует напряженность боязни потерять свою работу. Но закон этого не запрещает. Но они знают, что будет преследование. Профессор Айовы сказал, что вы должны провалить любого студента, независимо от его оценки, если вы узнаете, что он верит в сотворение. К тому же кафедра должна иметь право на опровержение оценок и, возможно, степеней, если он поверит в сотворение позднее. Интересно. Наши отцы сказали, «Мы придерживаемся очевидной истины, что человек обеспечен своим Творцом». Вот почему эволюция связана с новым мировым порядком. Если есть Творец, то наши права произошли от Творца. И основатели этой страны верили, что права происходят от Бога. Права не от государства, а от Бога. Но есть люди, которые хотят, чтобы вы жили по их правилам. Это социализм, это не христианство. Есть две философии государства. По философии эволюции права исходят от государства. Это называется демократия. Демократия – это опасная форма государства. Она всегда превращается в диктатуру. Демократия опасна и смертельна. Потому что они решают, что правильно и неправильно, основываясь на мнении большинства. Меня беспокоят все эти опросы. Решая, что правильно и неправильно, по опросам. Нет. Лучше решать, что правильно и неправильно, основываясь на законе. Сегодня наши лидеры только и смотрят, куда дует ветер. Нам нужны люди, которые встанут и скажут, я буду делать, что правильно, потому что так говорит закон. Есть другая философия государства, основанная на креационизме, которая говорит, что Творец создал законы. И права неоспоримы. Это называется республикой, где высший закон. Мистер Ефремов, его дочь вышла замуж за моего работника, и его сын Давид тоже работает на меня. Они из Украины. Он пришел ко мне и поставил свой аттестат среднего образования на мой стол. Он сказал,
«Мистер Хованд, это мой аттестат». Я подумал, у вас уже 5 детей, зачем вы мне показываете свой аттестат? Он сказал, брат Хованд, вы не понимаете, я его только что получил по почте. Он сказал, вы не понимаете, я вырос на Украине, в Советском Союзе. Он учился в школе очень хорошо, он показал мне свои оценки. Он сказал, мы должны были сдать экзамен, чтобы закончить школу. И на одном из вопросов на экзамене спрашивалось, «Вы верите в эволюцию?» Я ответил, «Нет». И я не смог закончить школу. Мне прислали мой аттестат 35 лет спустя. Также интересная история, почему ему выслали аттестат. Вы мне можете позвонить, и я вам расскажу. Гуманисты решили использовать школьную систему, чтобы распространять гуманизм и коммунизм. Каждая государственная школа – это школа гуманизма. Они знают, что воскресная школа ничего не изменит только часом в неделю. У них дети находятся 6 часов в день, 5 дней в неделю. Верят не гуманисты – высшее существо? О да, это высшее существо – человек. Они говорят, что борьба за человеческое будущее должна победить в классах школы учителями, которые правильно понимают свою роль как сеятели новой веры, которая заменит разлагающееся тело христианства. Друзья, мы враги гуманистов. Цель – это коммунизм, так сказал основатель Американского союза гражданской свободы. Карл Маркс, отец коммунизма, в 17 лет написал прекрасное сочинение о его любви к Господу. Потом он поступил в колледж. Сколько детей из христианских семей поступили в светские школы, и их вера была разрушена? Вы знаете кого-то? Джеймс Добсон сказал, что 70% верующих детей, поступивших в светские школы, теряют веру в Библию. Это трагедия. Впоследствии Карл Маркс сказал, «Моя цель – опровержение Бога и разрушение капитализма». Карл Маркс основал идею коммунизма на эволюции. Он был неудачником. У него было 6 детей, 3 умерли от голода младенцами. 2 покончили самоубийством. После смерти на похороны Маркса пришло только 6 человек. Он был неудачником. Но сегодня 1/3 всего мира находится под его влиянием. Коммунистический манифест. Я уже сказал, что эта сессия будет политической, поэтому некоторые уже выходят. Карл Маркс разработал коммунистический манифест. Если вы хотите контролировать страну, создать коммунизм, вы должны предпринять 10 шагов. Первое – отмена частной собственности. Это придумал Маркс. Это настоящая цель защиты окружающей среды. Они не пытаются сохранить окружающую среду, они хотят отменить частную собственность. Они хотят, чтобы вы получили их разрешение, чтобы срезать ваше дерево на вашей земле. Наши отцы знали о частной собственности, потому что они были под влиянием Библии. Библия говорит о собственности. Даже в книге Левита была система, где каждый 50-й год вы получали назад вашу собственность. Вы не могли потерять собственность навсегда. Если вы были ленивым или плохим бизнесменом, вы потеряете собственность, но ваша семья получит ее назад. Библия говорит, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею. Владение собственностью необходимо для свободы. Но наши отцы сделали несколько ошибок. Их девизом было «жизнь, свобода и стремление к счастью». Объясните, что это такое? Настоящим девизом было «жизнь, свобода и собственность». Право на владение собственностью. Очень важно для свободы. Президент Национального общества Аудобон Питер Берл сказал, «Мы отвергаем идею частной собственности». Откуда у него эта идея? Он читал Маркса. Второй пункт Маркса. Высокие увеличивающиеся подоходные налоги. Как-то Рейган сказал, что налоговая система в Америке основана на идее Карла Маркса. Интересно. Вы можете прочитать это на моем веб-сайте. Многие люди не знают, что они не должны платить налоги.
Это добровольно для многих людей. Адрес goodbiz.com. Третье. Отмена права наследства. Четвертое. Конфискация прав собственности. Пятое. Центральный банк. Для коммунизма нужен центральный банк. В Америке у нас есть так называемые федеральные резервные банкноты. Это не доллар. Это федеральная резервная банкнота. Но они не федеральные и не государственные. Государство арендует их за доллар с процентами у Федерального резерва. Люди говорят, у нас национальный долг в 10-15 триллионов долларов. Кому мы должны эти деньги? Мы должны их богатым банкирам. Они занимают нам наши деньги. Наше государство платит за отпечатку 3 цента. Потом дает их Федеральному резерву. И резерв арендует государству за доллар с процентами. Постарайтесь понять эту сделку. Вы должны прочитать про Федеральный резерв и связь с Рокфеллерами. Есть хорошая серия книг о связи Рокфеллеров с Федеральным резервом. Хрущев хвастался, что он получал секреты от основанной Рокфеллером организации ЦРУ. Вы слышали про организацию ЦРУ? Вы знаете, что ЦРУ ответственна за ввоз наркотиков в Америку, чтобы создать проблему и получить повод для увеличения силы полиции? Им нужна мощная полиция для восстановления нового мирового порядка. Все идет шаг за шагом. Библия говорит, что люди занимают деньги на подать царю и отдают детей своих в рабы. Это что произошло с нами? Мы оставили нашим детям и внукам долг, который они никогда не выплатят. Они будут рабами навсегда. Шестое. Государственный контроль коммуникации и передвижения. Контроль производства и земледелия. Контроль рабочей силы. Общие колхозы, региональное планирование, бесплатное образование для всех. Вы знали, что школы – это идея Маркса, государственные школы? В середине 18-го столетия почти все ходили в частные школы. И в Америке было хорошо. Почти каждый мог читать. Я хочу, чтобы любой человек из этого зала взял учебник, к примеру, 8-го класса частной школы 1830 года. Нам будет трудно понять, о чем там написано. Эти дети в 8 классе читали на уровне университета. И кто преподавал в университете, скажет вам, что сегодня студенты читают, пишут и думают на уровне 6 класса. Вы знаете, о чем я говорю? Как насчет этого? Каждый ребенок, посещая школу с 5 лет, является умственно больным, потому что он приходит в школу с верностью к выбранным руководителям, основателям, учреждениям, государству, патриотизму, независимости. Все это доказывает, что он болен, потому что он нормальный индивидуум отвергает все это, и которого я называю «детем будущего». Это сказал учитель Гарвардского университета. Любой ребенок, верующий в Бога, умственно больной. Это из учебника государственной школы. Вы платите, чтобы этому учили детей. Прочитайте книгу, называется «Четвертый рейх богачей» Дэс Гриффин. Вы узнаете, как Рокфеллер использовал миллионы для продвижения гуманизма в системе образования. Если у вас есть знакомые учителя государственных школ, помогите им выйти из NEA. Сатана сказал этим людям, у вас есть деньги, у вас есть власть. Еще немного, и вы сможете быть как боги. Он обманул их. Эволюция – основа нацизма. Муссолини, Гитлер, Сталин – все эти диктаторы, хоть они и воевали на разных сторонах, у них была одинаковая философия, что люди не важны. Муссолини – итальянский диктатор, не коммунист, а фашист. Думал, что итальянцы высшие и эфиопы низшие, потому что они черные. И итальянцы убивали эфиопов только потому, что они были черными. Гитлер верил в теорию эволюции. Гитлер верил, что немцы были высшей расой и заслуживали править миром. Гитлер написал книгу «Mein Kampf». В этой книге он написал о высших расах,
и о низших людях. Природа не желает объединения слабых и сильных людей. Менее этого она желает объединения высшей и низшей рас. Кто низшая раса, Гитлер? Гитлер хотел отослать евреев. Он думал, что они низшая раса. Он сказал, мы отдадим их, отправим их на роскошных кораблях. Кому они нужны? Вы знаете, что Америка закрыла двери для евреев в 1938 году и запретила их въезд? Потому что наши лидеры думали, что они были низшими видами. Я был в Нью-Гэмпшире, я там проповедовал, и я посетил библиотеку университета. Там было много книг про Гитлера и геноцид. Большая часть библиотеки только про Гитлера. Я читал много про Гитлера. Я подошел к библиотекарю и спросил. «Сэр, почему Гитлер убивал евреев, а не кого-то другого?» Он убивал много людей, но он ненавидел именно евреев. Он сказал, что у Гитлера был список. Я попросил посмотреть на этот список. Вот список Гитлера. Гитлер думал, что скандинавцы, белокурые, голубоглазые, были близки к чистым арийцам. Он думал, это была высшая раса. Вы поняли? Светлые волосы, голубые глаза, норвежец. Гитлер думал, что норвежцы, скандинавцы, были высшей расой. Под ними были немцы, каштановые волосы и голубые глаза. Он думал, они были в основном арийцами. Он сказал, что средиземноморцы были слегка арийцы, славяне были полуарийцами, полуобезьянами. Азиаты, китайцы, японцы, филиппинцы, они были слегка обезьяны. Черные африканцы в основном обезьяны, евреи близки к чистой обезьяне. Они учили этому? Люди Гитлера убивали евреев и думали, что они служат человечеству, уничтожая низших. Если бы они убили всех евреев, угадайте, кто бы был следующим? Черные люди. Гитлер ненавидел африканцев. Кто-то знает, где происходили Олимпийские игры в 1936 году? В Берлине. Кто-то знает, кто выиграл большинство золотых медалей? Джесси Оуэнс, черный американский атлет. Гитлер разозлился и выбежал со стадиона. Он сказал, это несправедливо, чтобы мои люди соревновались с этим животным. Это исходит от его философии, испорченного мышления, веры в теорию эволюции. Если бы он читал Библию из Деяния 17, он бы узнал, что все нации одной крови. Мы все произошли от Ноя. До этого от Адама. И нет причин быть расистом. Если вы пошлете миссионера через море, чтобы провести черного человека к Богу, но не перейдете улицу, вы лицемер. И не говорите мне, что вы любите Бога, вы даже не знаете, что это такое. Еврейский пленник, выживший массовое уничтожение, сказал, «Существует разница между теми, кто смотрит на своих товарищей, как на создание одного Творца, и теми, кто смотрит на них, как на скопление биологических и химических элементов». Является ли человек скоплением элементов? Так учит эволюцию. Гитлер строил лагеря. Я был в Ласбурге. Ваш муж уже приехал из Германии? Он жил во время Гитлера до 10 лет. Ко мне подошел проповедник из Висконсина и сказал, «Доктор Хован, вы правы. Гитлер обучал молодежь. Я был гитлеровской молодежью. Самое первое, о чем нас учили в школе, это эволюция, чтобы показать, что мы — это высшая раса. И люди начали убивать низшие расы, сажать в тюрьмы, расстреливать, вообще просто убивать. Вы не поймете, что происходило с евреями, пока вы не поймете, как это связано с философией эволюции. Почему они так поступали? Потому что они думали, что евреи низшие. Ничем не отличается от выдергивания бурьянов. Если вы думаете, что это человеческий сорняк, вы уничтожаете его. Я стоял на платформе, где стоял Гитлер на этой фотографии. Гитлер собирал громадные митинги. Он собирал множество людей.
для того, чтобы человек чувствовал себя маленьким перед общим делом. Чтобы человек был готов погибнуть за это дело. То же самое происходит и с движением по защите природы. В школах детей учат, что они должны спасти планету. Спасите Землю. Великое дело, вы не важны. Важно общее дело. Одинаковое рассуждение. Гитлер начал работать на молодых людях. Он всегда учил молодежь. Однажды он сказал: «Позвольте мне контролировать учебники, и я смогу контролировать страну». Ему было все равно, что думали старшие люди. Один человек сказал: «Я никогда не соглашусь с тобой». Гитлер сказал: «Ты мне не нужен. У меня есть твои дети». Гитлер хотел, чтобы думали, что он христианин, но он не был. Он только прятался за крестом. Вот хорошая книга о кресте Гитлера. Также вот фотография пропаганды, разосланная по всей Германии. Гитлер выходит из церкви. Многие думали, наш фюрер христианин. Но их крестили в нацистов. У них были нацистские жертвенники. Многие не знают об этом. Человек из Иллинойса несколько лет назад рассказал полиции, что он выбрал человека по телефонной книге и убил его. Он сказал, что этот человек был пластическим хирургом. Он сказал, что они делают голубые контактные линзы и разбавляют арийскую красоту. Если вы думаете, что нацизм мертв, повнимательнее читайте газеты. Идея того, что одна раса выше другой, происходит от идеи эволюции. Она не происходит от Бога. Все мы сотворены из земли. Открывается гнев с неба очень скоро. Бог явил им, что Он создатель мира. Это видно ясно, так что они безответны. Нет причины для непринятия Христа как Спасителя. Я хочу показать еще несколько вещей, как эта философия повлияла на мир на следующей сессии. И расскажу о практических шагах, которые мы должны предпринять. Мы поговорим о новом мировом порядке, о принятых исполнительных приказах и о людях, которые хотят уничтожить эту страну. Это будет немного политическая часть, так что вы можете ее пропустить. Мы поговорим о вещах, которые могут напугать вас, и потом расскажем, что мы можем делать сейчас. Что нам нужно делать? Давайте продолжим о сатанинском плане правления миром и потом расскажем, что мы должны делать. Находясь в разгаре этой войны сатаны с Богом, что должны мы делать? Практические шаги. Что делать? Люцифер попирает народы. Он упал с неба, и он хотел быть Богом. Библия говорит, что он принимает вид ангела света. Он хочет, чтобы вы думали, что он хочет помочь вам, что он хороший ангел. Он взял Иисуса на высокую гору. Помните, в 4 главе Матфея показал ему все царства мира и сказал: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Он всегда обещает то, чего не может дать. Иисус уже владеет миром. Но сатана говорит: «Если пойдешь за мной, я дам тебе что-то». Он сказал Еве: «Ты получишь знания, мудрость, будешь как Бог». Он всегда обещает. Но Иисус ответил: «Ибо написано». Это был его ответ сатане: «Ибо написано». Я думаю, было бы мудро заучивать Слово Божье. И когда дьявол придет искушать нас, мы можем сказать: «Ибо написано». Как насчет этого нового мирового порядка? Как дети смотрят на мир? Кто владеет этим миром? Если ребенок учится 11 лет в вашей школьной системе, как он будет смотреть на мир? Будет он считать себя помехой для мира? Будет ли он думать: «Я загрязняю атмосферу, я загрязняю мир, когда я покупаю пластик, я разрушаю мир»? Чувствует он себя помехой мира? 6000 лет сатана пытался уничтожить человечество. Жак Кусто сказал: «Мы должны ликвидировать 350 тысяч человек ежедневно». Тед Тернер сказал: «Нам нужно избавиться от 95% населения». В 80-м году были воздвигнуты камни Джорджии с 10 заповедями новой эры. Их воздвигла масонская ложа в Джорджии. Заповедь первая. Вы можете увидеть эту заповедь на камнях. Заповедь первая. Сохраняйте человечество на уровне 500 миллионов. Это полмиллиарда.
5% населения. Этого хотят Тед Тернер и Жак Кусто. У нас нет времени на все заповеди, но вот последняя заповедь. Не будьте раком земли. Оставьте место природе. Оставьте место природе. Давид Форман сказал, мы должны сделать это место небезопасным и суровым местом для капиталистов с их проектами. Мы должны вернуть дороги и пахотную землю, разрушить плотины, освободить реки и возвратить в дикое состояние миллионы и десятки миллионов акров в настоящее время заселенной земли. Хорошо, Давид, давай начнем с твоего дома. Давай снесем сначала твой дом, начнем с тебя. Принц Филипп сказал, если бы я смог перевоплотиться, я хотел бы вернуться на землю как вирус-убийца для понижения уровня человеческого населения. Вы можете достать книгу или кассету «Новые вирусы» автор Лев Хоровиц. Посмотрите мою кассету «Библия и здоровье». Перед любыми прививками узнайте о другом мнении, о другом взгляде, а также о вирусах. Вы знали, что во время войны в Персидском заливе погибло около 300 американцев в битве, и 30 тысяч погибло после войны от связанной с войной болезнью? 30 тысяч! Эти люди хотят уменьшить мировое население до мая 2000 года. Я надеюсь, они не достигнут цели, но цель — это уничтожить большую часть населения. Они хотят уменьшить население от 6 миллиардов до 0,5 миллиарда. Множество интересных вещей происходит в Америке. Я постараюсь объяснить это. Иностранная военная техника завозится в Америку и красится в белый цвет ООН. Бывший сенатор Тимоти Вирс сказал, «Нам нужно говорить о глобальном потеплении. Даже если эта теория не верна, мы все равно поступим правильно в смысле экономической и экологической политики». Цель движения по защите природы – установить контроль над людьми. Происходят странные вещи. Запрет ядохимиката ДДТ произошел только по причине контроля населения. Питер Сингер сказал, «Христианство – это наш враг». Мы должны уничтожить христианскую традицию. Не единственная ли надежда для планеты – это разрушение промышленных цивилизаций? Не наша ли это ответственность осуществления этого? Подождите, не участвовали ли наши лидеры на встрече в Рио-де-Жанейро и не проголосовали ли в поддержку в 92-м году? Если эволюция верна – это философия, мышление. Если эта теория верна – низшие должны быть уничтожены на благо вида. Если эта теория верна, одна человеческая раса должна быть выше других. Если эта теория верна, нет ничего абсолютного. Как-то раз профессор на дискуссии сказал мне, «Нет ничего абсолютного». Я спросил его, «Вы абсолютно уверены?» Если нет ничего абсолютного, как вы решаете, что правильно и неправильно? Я говорил в государственной школе несколько лет назад в Пенсильвании. Один ученик встал и сказал, «Мистер Хованд, я атеист». Я сказал, «Действительно?» Это было в Винчестере. Это около часа езды отсюда. Он сказал, «Мистер Хованд, я атеист». Я сказал, «Действительно?» Он сказал, «Да, Бога нет». Я спросил, «Ты уверен?» Он сказал, «Да». Я сказал, «Скажи мне, сынок, ты знаешь все?» Он сказал, «Нет». Я спросил, «Ты знаешь половину всего?» Он сказал, «Нет». Я сказал, «Хорошо, давай предположим, что ты знаешь половину всего. Возможно, что Бог существует в другой половине, которую ты не знаешь?» Я сказал, если ты атеист, как ты различаешь, что правильно и неправильно? Он сказал, о, это легко. Я решаю, что правильно и неправильно. Я Бог моей вселенной. Я сказал, о, я рад был это услышать, потому что я убью тебя через 5 минут. Он сказал, вы не имеете права? Я сказал, нет, я могу, потому что я Бог моей вселенной. И я решил, что мне можно убить тебя.
Вы видите, куда это приведет? Есть ли где-то стандарт? Как вы узнаете, что правильно и неправильно? Друзья, если эволюция верна, такой возможности нет. Каждый человек будет делать, что правильно в его глазах, как произошло в книге судей. Это проблема. Вы говорите маленьким детям, не делай этого, потому что это неправильно. И тогда он сразу скажет, да? А кто сказал? Основатели нашей страны, они верили, что так говорит Господь. Вот кто. Но если нет Господа, если Библия не права, если нет Создателя, как вы узнаете, что правильно и неправильно? Перед дискуссией о моральных вопросах спросите, на чем они основывают свои решения. Если кто-то говорит, что он верит в эволюцию, тогда какой у них повод не обманывать? Не воровать или не убивать? Не то, что все эволюционисты так поступают, но почему бы и нет? Что предотвратит их от этого? Джон Буньян верил, что его правила, что его права происходят от Бога. Джон Буньян был пресвитером маленькой церкви в Англии. Государство приняло закон для управления церковью, нужно разрешение. Джон Буньян сказал, я не могу получить это разрешение. Бог поручил мне церковь, не государство. Если я получу ваше разрешение на то, что Бог уже поручил мне, я ставлю Бога под государство, это невозможно. Они сказали, ну ты попадешь в тюрьму, если не получишь разрешение. Он сказал, хорошо, но я не получу разрешение. Его посадили в тюрьму, поставили разрешение и сказали. Они сказали, Джон, подпиши разрешение, и ты свободен. Он находился в тюрьме 13 лет. Он отказался подписать разрешение. Когда он находился в тюрьме, он брал кусочки бумаги, которые закрывали сметану, которую давали заключенным, очищал бумагу, брал нанос со стен и соломку с кровати, исчищал нанос со стен и начал писать. 13 лет он писал на клочках бумаги. Он написал книгу «Путешествие пилигрима». Она написана в тюрьме. Когда его выпустили, в конце концов, он не мог ходить. Он потерял здоровье, церковь. Но когда его выносили, он сказал, «Видите? Я сказал, что я не подпишу это разрешение». Вы должны решить сами себе, что Бог велик, и некоторые вещи нельзя делать. А если придет время, когда они скажут, что вы должны принять чип на руку или лоб, или вы не получите пищу, только представьте, как велик ваш Бог. Эверест Сивелин был пастором в Небраске. И Небраска приняла закон, что нельзя быть пастором церкви без разрешения штата. Сивелин сказал, у нас была церковь и будет церковь, и нам не нужно никакое разрешение. Он отказался. Они арестовали его прямо на кафедре во время проповеди. Выгнали всех людей на улицу и закрыли здание. Сенатор Небраски, который ненавидел Сивелина, пошел на радиопрограмму с адвокатом Сивелина, и сенатор Небраски сказал на радиопрограмме, «Фундаменталисты не имеют права учить своих детей своим убеждениям. Мы готовим их детей для 2000 года и для жизни в глобальном всемирном обществе. И их дети нам не подойдут. Сенатор, вы готовите моих детей для чего-то? Вы не понимаете, сэр. Эти дети принадлежат Богу, и они верены мне. Не вам. В штате Массачусетс этот плакат висит в классах детей до 5 класса. «Я клянусь верности земле, которую я люблю и от которой завишу, и всему живущему на земле, в воздухе и море, что является такой же частью земли, как и я». Просто возьмите и пройдитесь по вашей государственной школе как-то и посмотрите, что вы увидите. Почитайте книги,
Посмотрите, есть ли у них книга у Хедер «Две мамы» о двух лесбиянках с детьми. Просто посмотрите. Я думаю, пришло время забирать детей. Христианские школы не идеальны, как вы знаете. Но уже пришло время забирать детей. Было много попыток восстановления нового мирового порядка. Сейчас по всей Америке ввозится военная техника Объединенных Наций. Почему в Нью-Джерси находятся перевозные концлагеря? Пойдите в www.siting.com или в techmarks.freeservers.com, и вы удивитесь, что было встречено в этой стране. Я думаю, они готовятся к тому, что сделал Ленин. Один человек с оружием будет контролировать 100 человек без оружия. В 100 километрах от меня находятся советские грузовики по чистке биологической войны. На 45-й магистрали в Миссисипи. Зачем нам нужны советские грузовики по чистке биологической войны? Зачем вообще нужна такая техника? Чтобы чистить после биологической войны. Один человек как-то спросил: «Зачем вам нужна вся эта советская техника?» Ему ответили: «Мы привозим их сюда на покраску и потом отправляем назад». Если вы такие тупые, что верите этому, я хочу вам продать остров в океане. Почему мы не пошлем им краску? Будет намного дешевле. И я не думаю, что они тратят 10 тысяч долларов, чтобы привезти, покрасить и отвезти один грузовик. Вы знаете, что некоторые люди беспокоятся, что люди нового мирового порядка с помощью биологической войны уменьшат население до 500 миллиардов? Биологическая война убивает людей и сохраняет строение. Атомные бомбы убивают людей и разрушают всю недвижимость. Сейчас есть вирус, который убивает всех людей и через 5-6 дней вымирает. Вы собираете тела, и мир ваш. Вы можете позвонить Гарри Фрайду, моему другу. Он говорит о новом мировом порядке, как я говорю о сотворении и динозаврах. Военные штабы ООН возятся в Америку. Иностранные войска тренируются в Америке для захвата от дома к дому. Я не знаю, вы слышали, что посреди ночи они взорвались в деревню, взломали все двери и тренировались арестовывать жителей? Интересно. Почему у нас советские ракеты? Если вы попадете в Пенсаколу, то иногда вы сможете увидеть на 10-й магистрали советские танки на грузовиках. Что происходит? Идет подготовка к новому мировому порядку. Вы видели такие линии на дорогах? Не только возле светофоров, но и посреди дороги. Как-то я позвонил человеку, который устанавливает их во Флориде. Он сказал: «О, да, у нас контракт на 1000 дорог». Я сказал ему: «Вы можете объяснить?» Он сказал: «Мы делаем вырезы в дороге и ставим в них 3 провода номер 14 и присоединяем их к ящику в стороне от дороги. В этот ящик мы можем поставить компьютер и знать скорость машин. Сколько машин проезжает за неделю, за день, за час. Мы можем контролировать движение». Я сказал: «Сэр, вы знали, что с 3 такими проводами вы можете произвести импульс энергии и уничтожить электронное зажигание в любой проезжающей машине?» Он сказал: «Я не знал этого. Но это возможно. Почему кто-то захочет остановить машины с электронным зажиганием?» Заставляет задуматься. Вы видели такие камеры на столбах освещения? Кто наблюдает и почему? Зачем? Мировые события устрашают и озадачивают. Я думаю, мы направляемся к новому мировому порядку с сатаной во главе. Если вы не верите, что существует заговор, прочитайте книгу «Конспирация». Я прошу, чтобы вы прочитали ее. Эту книгу продает общество Джона Борча. Вокруг символа на долларовой купюре находятся интересные слова. Терри Кук говорит, что на латинском это значит «объявление рождения нового мирового порядка без Бога». Также очень интересная пирамида.
Мне нравится изучать пирамиды. В Исаии 19 написано, что там будет жертвенник Господу посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. Многие думали, как что-то может быть посреди и у пределов? В Египте было два царства, и пирамида Хеопса находится на границе царств. Когда царства объединились, пирамида оказалась в центре. Поэтому пирамида находится посреди и у пределов. Некоторые люди думают, что пирамида Хеопса — это структура, предназначенная для обучения о Господе. Я слышал много споров, но написана хорошая книга Хатчинса «Великая пирамида Хеопса». На пирамиде Хеопса было 144 тысячи облицовочных камней, соответствующих друг другу. Одно тело. 144 тысячи — книга Откровения. Если вы войдете в пирамиду и выберете широкий путь, он приведет к яме. Узкий же путь приведет к королевской камере. Если вы попадете в королевскую камеру, вы будете на 50-м уровне камней. 50 – юбилейный год. И там пустая могила. Верхушка пирамиды не установлена. Верхний камень отвергнут строителями. В Матфея 21 говорится о камне, который отвергли строители. Тот самый сделался главой угла. Марк 12 – камень, который отвергли строители. Луки 20 – камень, который отвергли строители. Глава угла. Также Даниил говорит о камне, ударившем истукана. Я думаю, что Иисус Христос – это угловой камень. Но сатана использует символ этой пирамиды на долларовой купюре со всевидящим глазом – Люцифером. Он думает, что он установит новый мировой порядок. Нет. Иисус Христос придет и установит свой новый мировой порядок. Многие супербогатые люди разработали кризисы, чтобы достигнуть своих целей. Вы создаете проблему, чтобы вы смогли достигнуть то, что вы хотите достигнуть. На прошлой неделе у меня были миссионеры из Филиппин. Они там были 25 лет. Они рассказали, что Марко сам взрывал дома, чтобы сохранять военное положение в стране. Его люди взрывали свои дома, и потом они обвиняли коммунистов, говоря, что им нужно военное положение. Я думаю, это происходит и в Америке. Люди отказываются от своих прав при проблемах. Кризис 29-го года был умышленно разработан, чтобы люди голодали, и чтобы они приняли номер социального обеспечения. У меня нет этого номера, и вам не обязательно его иметь. Кубинский ракетный кризис также был разработан для достижения цели. СССР нужна была военная база в Кубе, чтобы следить за Америкой. Они сделали два шага. Установили базу и привезли ракеты. Потом они забрали ракеты. Наверное. Но оставили базу. Два шага вперед, один назад. И люди думают, что они отступили? Нет, они ближе к цели. Взрыв в Оклахома-Сити – умышленный взрыв. У меня есть двухчасовая видеокассета. Подстроена, чтобы плохо выглядело народное ополчение. Я не в ополчении, я просто говорю, что этот дом не был взорван грузовиком с улицы. У меня есть запись новостей. Вы можете увидеть, как люди выбегали из здания и кричали. «Мы нашли вторую бомбу!» «Вот третья бомба!» «Вот четвертая!» Я думаю, что было найдено 6 бомб, которые не взорвались. Конечно, немало взорвалось, и они снесли стойки. Бомба с улицы взорвет стены, но не разорвет стойки. Вы заметили, как быстро они снесли здание, отвезли остатки на свалку и поставили вооруженную охрану на свалке? Зачем охранять свалку? Я думаю, они боятся, что кто-то узнает, что стойки были снесены пластиковой бомбой С-4. Это здание взорвали умышленно. Самолет ТВА тоже был умышленно сбит. Французский спутник запечатлел летящую к самолету ракету. Это не представляли по новостям, правда? Может быть, из-за того, что на самолете летели 3 человека в Англию давать показания против Клинтона? Я не знаю, но это возможно. Президент может использовать акт терроризма. Например, взорвался самолет. Надо увеличить охрану аэропортов. Подождите. Они используют акт терроризма как предлог для увеличения государственного контроля? Очень возможно.
Если вы установите военное положение, вы отменяете Конституцию. И президент сможет править исполнительными приказами. Таких приказов уже 13 тысяч после Рузвельта. У этих супербогатых людей есть планы нового мирового порядка. Они хотят одно мировое государство с Люцифером во главе. Они долго ждали этого времени. В Библии говорится, что злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. В 1933 году Рузвельт объявил Конгрессу губернаторов о национальном чрезвычайном положении из-за кризиса. Губернаторы согласились наделить президента дополнительной властью для победы над экономическим врагом. Губернаторы единодушно проголосовали, чтобы Конгресс США представил президенту широкую исполнительную власть для войны против экономического врага. Эта власть была бы невозможна и при нормальной конституции. В 1933 году Конгресс проголосовал за наделение президента Соединенных Штатов и секретаря финансов чрезвычайной властью для войны посредством исполнительных приказов. И во время войны президент может править исполнительными приказами. Вот почему президент так часто говорит: «Я объявляю войну против нищеты, войну против наркотиков». Многие не понимают, что он говорит. Он объявляет войну. Неважно какую, но если он объявляет войну, мы находимся под исполнительными приказами. Конституция недействительна. Все это записано в Конституции. Секция 5Б. Акт о торговле с врагом. 1917. Была изменена с включением граждан Соединенных Штатов Америки, владеющих собственным золотом и серебром, как врагов Соединенных Штатов. В 1933 году граждане стали врагами Соединенных Штатов, поэтому Рузвельт потребовал золота. Вот некоторые исполнительные приказы, которые принимаются сейчас. В случае кризиса, может быть, как 2000 год, при кризисе, если даже не будет кризиса, у государства есть возможность создать кризис, чтобы были в силе эти приказы. Многие люди сохраняют пищу, воду, деньги. Посмотрите, что произойдет. В случае кризиса федеральное государство может конфисковать все средства сообщения. Они могут конфисковать все электричество, топливо, минералы, общественные и частные. Заберут ваш бензин. Конфискация всего продовольствия. Вы запасаетесь на 2000 год? Пожалуйста, запасайтесь. Конфискация всех ферм и оборудования, всех средств передвижения. В случае кризиса у государства есть власть и право забрать вашу машину и забрать ваш велосипед. Конфискация американского набора для народа для рабочей силы. Конфискация оздоровительных, учебных и социально-обеспечительных учреждений. Они заберут школы. Уполномочивает министра почты зарегистрировать всех мужчин, женщин и детей. Конфискация всех аэропортов, общественных и частных. Принудительное переселение, как у Гитлера. Переселите их, куда вам хочется. Конфискация всех железных дорог, внутренних водных путей и складов, общественных и частных. Исполнительный приказ 11051. Наделяет ФИМА, Федеральное агентство чрезвычайного управления, правом осуществления этих законов. Несколько недель назад ко мне подошел человек и сказал: «Доктор Хованд, я расчищаю повреждения от ураганов на бульдозере. Недавно я работал в Южной Флориде, где ответственным за расчистку была организация ФИМА, так как после урагана была чрезвычайная ситуация. Когда я расчищал дорогу от поваленных деревьев, несколько деревьев случайно упали в чей-то бассейн. Я не видел бассейна, и я не заметил, как это произошло. Из дома, ругаясь, выбежал человек и начал кричать на меня за его бассейн. Тогда подошел офицер из ФИМА и сказал ему: «Сэр, я из ФИМА. Зайдите в свой дом, потому что если я скажу этому человеку на бульдозере поехать на ваш дом,
Он поедет. Вот что он мне рассказал. Кто это делает и почему они хотят контролировать мир? Сатана заманил людей и сказал, что должен быть новый мировой порядок. ИОН является частью этого порядка. Всемирный совет церквей. Если вы ходите в церковь, которая состоит во Всемирном или Американском совете церквей, уйдите и найдите себе настоящую церковь, которая верит в Библию. Совет иностранных отношений, трехсторонняя комиссия, Билдербергерс. Мы можем говорить об этом целый месяц, но я хочу, чтобы вы увидели настоящую борьбу. Не важно, что делает дьявол. Я хочу, чтобы вы увидели, что делает Бог. Ученики не сидели и не думали, что делает Римская империя. Им было все равно. Они не собирались вместе и не говорили: «Вы знаете, что послали в Вифлеем 10 тысяч солдат?» «Ну и что? Идем спасем их?» Многие христиане беспокоятся о неважном. Коммунисты, социалисты, Национальная ассоциация образования, Национальная женская организация, Американский союз гражданских свобод, масонская ложа. Вы спросите: «При чем тут масоны?» Вы прочитайте про них. Вы знали, что лидер масонской ложи сказал: «Масонская религия должна всеми нами на высоких ступенях поддерживаться в чистоте доктрины Люцифера. Вы не будете знать, пока не доберетесь до верха, что вы поклоняетесь Люциферу». Прочитайте книгу «Скарлетт и зверь», если вы искренне хотите узнать о масонской ложе. Человек с моей церкви подошел ко мне на прошлой неделе и сказал: «Мистер Хованд, я был масоном много лет. Можно с вами поговорить?» Мы говорили около часа. Он сказал: «Я ухожу из организации». Я дал ему эту книгу. Когда он прочитал книгу, он вернулся и сказал: «Я давно бы ушел, если бы я знал это». Простой масон не знает, в чем он замешан. Он думает, что он в хорошем клубе. И когда кто-то говорит, что это сатанинская организация, он рассердится. Он ничего не знает, потому что он еще не обнаружил правду. Они не откроют правду, пока вы не доберетесь до верхушки. Но подумайте, когда вы вступили в члены, вы дали клятву. Вы выучили клятву. Подумайте над этим. Я хочу, чтобы они захоронили меня в морском песке. Разрезать мое горло от уха до уха. Подумайте о клятвах. В моей Библии говорится: не клянись вовсе. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь. Иисус сказал: «Я тайно не говорил ничего». Почему у них секретные клубы, секретные рукопожатия, секретная поза, секретный знак трудности? Мы не должны делать ничего тайного. Если вы хотите служить Богу, служите Богу. Эти сатанинские группы относятся к датам очень серьезно. Они очень суеверны. 2 февраля, 33-й день года, и 33 делимо к 66, части 666, и на 33-й день года, 2 февраля, приходится первый сатанинский праздник. Интересно, в этот день Рузвельт принял акт военных сил. В 33-м году Рузвельт приказал сдать золото. 33. Интересно. Рокфеллер послал деньги для помощи Гитлеру в Германии в 33-м году. В 33-м году появился приказ о печати на долларе. Два масона 33-й степени, Лаурел и Харди, создали фильм «Сыны пустыни». Изучите масонские символы и просмотрите этот фильм. Оккультист-вице-президент в 33-м году приказал поставить великую печать на долларовую купюру. В 33-м году подписана Универсальная декларация прав человека. В 33-м году подписан первый гуманистический манифест. Много вещей произошло в 33-м году, и в 66-м году много крупных государственных организаций появилось в 66-м году. Следующий, 99-й год. Делимый на три. Что произойдет в этом году? Есть много хороших книг о новом мировом порядке. Я советую, чтобы вы их прочитали. Но я не хочу, чтобы вы беспокоились, я хочу, чтобы вы посмотрели на это с другой точки зрения. Есть крупная компания Mandex. Эта компания будет принуждать покупать и продавать со знаком. Mandex происходит от слов «монетный» и «декстер». «Монетный» значит «принадлежащий к деньгам»,
Декстер значит принадлежащий или расположенный на правой руке. Почему они назвали компанию Mandex? Деньги расположены на правой руке? О чем они говорят? Интересно, MasterCard владеет 51% Mandex. Это заключительная стадия начала глобальной реальности, говорит Робин Келли с Mandex. С поддержкой MasterCard ничего не сможет остановить Mandex от установления глобального стандарта. Следите за смарт-картами. Они используют протоколы SET. Это название выбрано специально. Они скажут, это значит безопасная электронная транзакция. Безопасные транзакции. Но они не говорят, что SET – это египетский бог зла, сатана. Компания AT&T купила лицензию Mandex USA. Компания Lucent Technologies раньше называлась Lucifer Trust. Они поменяли название на Lucent, потому что люди знали, кто Люцифер, но теперь они не знают, что такое Lucent. Их символ – солнечный змей, красный круг, как бы покрашенный кисточкой. Lucent Technologies. Посмотрите на ваш AT&T-телефон, и вы увидите. Lucent состоит из слов Lucifer Enterprises. У них очень кричащие наименования продукции. Продукция Lucent Technologies носит названия как Styx, Река в Гадисе, Янус, Двухлицый Бог, Инферно, Ад. Компания умышленно переехала на 666 5-ю авеню в Манхэттене. Интересно. Свяжитесь с Терри Куком или Карлом Сандерсом. Карл Сандерс живет в Пенсаколе. Он помог разработать микрочип. Он путешествует и говорит о микрочипах. Он помог изготовить микрочип. У меня есть два таких чипа в офисе. Такие микрочипы можно поставить в собаку или кошку. Но вы знаете, что такой чип можно поставить в вашу руку, и за вами можно будет проследить с помощью спутника? Например, если вы пилот и потерялись, чтобы вас можно было найти. Их можно ставить в машины, и если машину украдут, спутник ее найдет в радиусе до полметра. Правда? 10 лет назад было невозможно осуществление пророчества начертания зверя. Сегодня это возможно. Кто бы подумал, что нужно начертание на руке или лбу, чтобы покупать или продавать? Как может один человек контролировать финансы всего мира через компьютер? Интересно. Но эти люди составляют планы нового мирового порядка. И они не шутят. Но Бог смеется с этого. И когда вы начинаете беспокоиться, что случится, будет ли 2000 год концом цивилизации? Я не знаю. Я думаю, это будет конец нашей роскошной жизни на некоторое время. Возвратит нас к реальности. Как остальной мир. Вы можете лишиться телефона и электричества. Как? Не будет горячей воды? Нет, если вы нагреете спичкой, будет. Мне нравится читать Псалом главу 2. Это утешает. Когда я читаю книги и получаю письма со всей страны о том, что происходит, вокруг Атланты построены 30 концлагерей. Полностью пустые. Пустые концлагеря. Они ждут чего-то. Индианаполис, где они должны оббивать вагоны поездов, как бы не так. Раньше там были знаки «красная зона», «синяя зона», «желтая зона» для мужчин, женщин и детей. Привезти поезд, разгрузить отдельно, точно как делал Гитлер. Я много видел и читал, но мы не должны волноваться. Я скажу, что мы должны делать. Псалом 2. «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им». Бог на небе смеется с людей, замышляющих новый мировой порядок. Бог говорит, «Вы думаете, вы будете править миром? Ха-ха! У меня к вам есть сюрприз». Но в это время они настроены серьезно, и мы увидим ужасные времена. Библия говорит, «Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира».
будет скорбь. Иисус сказал: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Скажите мне, христиане, ваш мир на земле или ваш мир во Христе? Большинство американцев имели мир на земле долгое время. Я думаю, мы расстроимся, когда мы потеряем мир на земле. Наш мир должен быть во Христе. Ибо мы, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Но потом дьявол будет низвержен. В конце он проигрывает. Он обольстил всю вселенную, но в настоящее время он сильный враг. Кто может сразиться с ним? Осия сказал: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». В Римлянам говорится: «Ибо открывается гнев Божий». Страдание — это что мир делает с нами. Раньше было приспособление, если я это правильно понимаю. Брали большую палку и били ей по пшенице. Люди собирали урожай пшеницы, собирали в кучу и били по ней. Это делали для того, чтобы отделить пшеницу от стеблей. После того, как они побили пшеницу палками, они брали пшеницу, бросали в воздух, и ветер уносил шелуху, и пшеница падала назад. Необходимо отделить пшеницу от шелухи. Но для этого сначала надо побить пшеницу. Нужно пройти страдания, чтобы отделить пшеницу от шелухи. Мы не предназначены для старания, для гнева, но я думаю, мы увидим тяжелые времена. Некоторые думают, что мы вознесемся до страданий, но скажите это китайским и русским христианам, которых убивают сегодня. У меня тоже философия вознесения до страдания, но я думаю, что наше понятие страдания отличается от Божьего. Наша идея страдания — он стукнул дверью. Библия говорит, что гнев Божий на сынов противления. Мы спасемся им от гнева. Это время для деятельности. Нужно заняться и что-то делать. Что делать? Что происходит и что мы должны делать? Во Второзаконии говорится: «Изберите мужей мудрых, разумных, которые понимают. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. Эзра сказал: «Приведите людей умных». 5 раз в книге Эздры мы слышим о людях умных. Нам нужны люди, которые знают, что делать. 1 Паралипоменон. Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Америке нужны проповедники, которые понимают, что происходит, и говорят своим людям, что делать. Нам нужны пасторы, которые проповедуют и говорят: «Я понимаю, что происходит». Вот что вы должны делать. Нам нужны лидеры. Люди разумные. Что делать? 1. Мы должны понять, что у Бога все под контролем. Он не волнуется о новом мировом порядке. И он будет спать спокойно. Хотя он не спит. Мы можем спать спокойно. Нам не надо волноваться о новом мировом порядке. Мы должны быть мудрыми, как змеи, и безобидными, как голуби. Мы должны быть осторожными, не беспокоиться, не переживать ни о чем. Вы скажете: «Они же заводят русские войска». А ну и что? Учите русский. Говорите им о Господе. Молитесь за имеющих власть. Мы дети Бога, повинуйтесь Ему. Проповедуйте Евангелие. Это повеление христианам. Будьте солью земли. Вы должны сохранять. Делайте вашу работу, используйте ваше влияние. Нам нужны праведные государственные чиновники. Многие христиане не хотят выставлять свои кандидатуры. Ободряйте их. Учите правду о сотворении. Есть много работы. Не отвлекайтесь. Мы отвлекаемся домами, машинами, заботами века сего. Вы знаете, какая цель этой игрушки?
Вы заводите эту игрушку и ставите ее над ребенком, чтобы он смотрел на нее. Понимаете? Цель игрушки – отвлечь ребенка. И сатана – мастер по отвлечению, по отвлеканию. Средний американец смотрит телевизор 1539 часов в год. Достаточно, чтобы прочитать Библию 22 раза. Я не говорю, чтобы вы читали Библию целый день, но вы должны читать. Давид сказал: «Не положу перед очами моими вещи непотребные». Вы смотрите на ненужные вещи? Притчи 28. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. Вы знаете, почему у нас так много бюрократов? Мы нечестивы. Я думаю, мы заслужили такое руководство в этой стране. И выход не в голосовании. Выход для христиан преклониться перед алтарем. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Во втором Паралипоменон 7.14 Господь сказал Соломону: «И смирится народ мой». Господь не беспокоится, что делают язычники, они язычники. Он беспокоится, что делает его народ. Мы странники в этом мире. Этот мир не мой дом. У меня есть привычка, каждый раз, когда я принимаю душ, я смотрю на душ и начинаю петь. «Этот мир не мой дом». Это мимолетная остановка. И я думаю о Гитлере и о евреях, идущих в душевые и вдруг осознающих, что вместо воды выйдет газ и убьет их. Это мое время для вспоминания. Вам нужно тоже вспоминать и молиться. Он сказал: «И смирится народ мой». Это мы, которые именуются именем моим, христиане. Это мы. Если вы хотите спасти Америку, вот как: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, проголосуют за республиканцев, сохранят еду и купят автоматы». Что? Там так не написано. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих». Бог сказал: «То я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Единственный выход вот здесь. Америка может быть прощена, если это произойдет. Я не знаю, как здесь, в Пенсильвании, но я бываю везде, и я не вижу этого. Бог спасет нашу землю, если мы делаем нашу работу, но мы не делаем нашу работу, и я не думаю, что Он спасет нашу землю. Я думаю, мы получим Его наказание. Маленький Давид принес еду братьям. Старший брат сказал: «Что ты здесь делаешь? Иди назад к овцам». Давид хотел сражаться с Голиафом. Его брат сказал: «Ну да, ты ребенок, уходи, иди к овцам». Маленький Давид сказал старшему брату: «Нет ли причины?» Мне нравится это отношение. Нет ли причины? Мы должны делать что правильно, независимо, как велик наш враг. Какая ваша причина? Я хочу взять сотворение и разрушить дерево эволюции. Вместо веток и листьев – аборты, порнография. Срежьте все дерево с корнями. Это моя причина. Это ваша причина? Вы знаете, много христиан отвлечены мячом. Вы знаете, что если вы готовы потратить $500, вы можете купить хорошие клюшки для гольфа. И тогда, если вы готовы тренироваться тысячи и тысячи часов, ваши руки должны находиться в специальном положении, этот палец должен показывать на это плечо, переплетите пальцы, особенная хватка, колени полусогнуты, плечи округлены, клюшка перпендикулярна к мячу. Сначала согните правый локоть, при этом поворачивайте бедро. Если вы тренируетесь тысячи часов, то когда-то вы сможете попасть мячом в ямку в земле.
Вы думали об этом? Друзья, мы помешались на спорте. Я не против спорта, но я говорю вам, что мы отвлечены. И некоторые из вас знают больше о какой-то команде, чем о 12 учениках. И некоторые из вас могут найти страницу спорта быстрее, чем книгу языки. Правда? Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Соломон должен был знать, у него было много серебра. Люди, у которых много денег, вы знаете, что они хотят? Больше денег. Если у людей много обуви, вы знаете, что они хотят? Больше обуви. Если у людей быстрые машины, вы знаете, что они хотят? Машины еще быстрее. У моего сына есть мотоцикл Suzuki Katana 600. От нуля до госпиталя 2 секунды. Угадайте, что он хочет? Катану 750. А потом что он захочет? Катану 1000. И может быть потом катану 1500. Но уже нет таких больших бинтов. Вы не насытитесь. Вещи этого мира не удовлетворят. Вы знаете, что хотят люди с большим домом? Большего дома. Если у людей есть много одежды, что они хотят? Больше одежды. Ничего из мира сего не насытит. Мы должны знать это. Мы должны искать горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. Нужно, чтобы христиане были привязаны к горнему, не к земному. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит. И все, для чего мы работали, это хорошая машина, счет в банке, земля. Если бы вы знали, что вы потеряете все это в этом году, просто представьте, что 2000 год будет концом, и вы окажетесь в концлагере через пару месяцев. Что бы вы изменили в своей жизни? Если бы вы были учеником, ходили и стучались в двери, что бы вы говорили людям? Извините, хотите быть христианином, вас могут кинуть ко львам, распять вверх ногами, или вы даже можете быть факелом в саду Нерона. Что бы вы им сказали? Как бы вы говорили с ними? Друзья, христианство ничтожно в этой стране. И китайцы молятся за преследование в Америке. Китайские христиане, потому что они укрепят церковь. Я думаю, нам нужно ждать звука трубы. Библия говорит, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде. Южные баптисты будут первыми, мы следующие. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака и сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Ждите звука трубы и спасайте души. Я не вижу ничего более важного. И мудрый привлекает души. Может, вы слышали о сельском парне, который записался на войну против янков. Он приехал на поле сражения, достал сумку, ружье, пришел на фронт и сказал: «Докладываю о прибытии, сэр». Сержант сказал: «Мы рады, что ты здесь. Охраняй эту траншею». Он сказал: «Я не приехал охранять, я приехал сражаться». Но он охранял траншею, и он сильно злился. В конце он не выдержал, выпрыгнул из траншеи, с криком пробежал нейтральную территорию и прыгнул в окоп янков. Атака одного человека. Янки изумились. Этот деревенский парень схватил янка и сбил его с ног одним ударом. Он был сильным деревенским парнем.
Он схватил пленника, выбрался и побежал назад к своему повстанческому окопу. Он прыгнул в окоп, его окружили и спросили, что это такое? Он сказал, это янки. Они сказали, где ты его достал? Он сказал, вот там, недалеко. Там их еще целая куча. Он сказал, если бы вы хотели, вы достали бы тоже. Иисус придет и установит свой новый мировой порядок. Мы будем царствовать со Христом 1000 лет. Если вы попадете на небо сейчас, кто будет с вами? Что вы сделали для Господа? Некоторые из вас — учителя воскресных школ. Некоторые из вас должны прекратить учить. Признайтесь, что вы не готовитесь к уроку, вы неинтересны, вы скучны. Было время, когда вы любили детей, любили класс, готовились к урокам, и вы думали, что дети не могут дождаться следующего раза. Но вы потеряли это. Помните, как было, когда вы любили Господа? Когда вы покаялись, не могли остановиться от чтения Библии? Вы потеряли это, правда? Многие проповедники должны прекратить проповедовать. Однако многие не знают, как найти настоящую работу. Поэтому президент не уходит из Белого дома. Где бы он жил? Хиллари бросит его, это точно. Она может работать с коровами. Друзья, есть много христиан, которые любили Бога, но они потеряли это. Теперь они любят больше машину, дом, яхту, компьютер. Неважно, что-то заменило Иисуса. Правда? Будьте честными. Нам нужно возрождение. Господь установит свое царство. Мы победим. В конце. Он сокрушит сатану под вашими ногами, и он бросит его в бездну. И я плюну в него. И дракона, дьявола, сатану скует на 1000 лет. И он не прельщал уже народы. Но дожить до того времени будет не так уж легко. И увидел я души обезглавленных за свидетельство Иисуса. Может произойти здесь? Я надеюсь, что нет, но все возможно. Приготовьтесь жить для Господа. Наступают тяжелые времена. Я надеюсь, мы вознесемся до этого, но может и нет. Служите Господу. Скажите, Боже, я хочу спасать души. Если вы учитель воскресной школы, водитель автобуса, пастырь, проверьте ваше сердце. Есть у вас горячая любовь? Любовь к Иисусу? Если ее нет, выйдите, скажите Богу, что вы ее потеряли, и попросите Его зажечь в вас огонь. Давайте встанем, помолимся. Небесный Отец, мы не знаем, что принесет будущее, но мы знаем, что Ты знаешь будущее. Мы не знаем, что грядет, и нам не надо знать. Нам нужно делать, что Ты говоришь, Господи. Ты видишь прошлое, настоящее и будущее, и ты не боишься. Из-за теории эволюции люди заблуждались уже 6000 лет. Он говорит им, что они будут как боги. Боже, помоги христианам учить правде. Зажги любовь в пасторах, евангелистах, миссионерах, учителях, чтобы они делали что правильно. Боже, я прошу, пошли возрождение. Пошли возрождение еще раз. Начни с меня, Господь. Я хочу быть чистым. Я хочу спасать души. Я хочу достичь больше людей в этом году, чем когда бы то ни было. Помоги, чтобы христиане перестали думать о мече и начали думать о соседе. Помоги нам молиться. Помоги нам жить праведно и приводить других к Тебе. Благодарю Тебя за пастора и за эту прекрасную церковь. Дай им мудрости и покажи, как они могут достичь больше людей. Помоги, чтобы они никогда не остались довольны своей работой, чтобы они всегда старались делать больше. Помоги им добиться успеха.
Пошли возрождения христианам, которые проживают жизнь впустую. Бесцельно. Пошли возрождения. Здесь могут быть неспасенные. Если они погибнут, они попадут в ад. Помоги им покаяться сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Это одна из видеосерий о создании эволюции динозаврах. Однако намного важнее знания правды и научных фактов – это уверенность в том, что вы пойдете в рай. Если вы никогда не доверились Христу, как Спасителю, я расскажу, как можно попасть в рай. Библия говорит, что все мы грешники, все мы нарушили Божий закон, мы ослушались Создателя, мы грешники. Одни хуже других, по крайней мере в человеческих глазах, но все мы нарушили Божьи законы. И Библия говорит, что мы должны покаяться, отвернуться от греха и повернуться к Богу. Бог ищет перемены в вашем отношении. Когда вы говорите: «Боже, я больше не хочу грешить, я хочу жить правильно», и вы отворачиваетесь от греха и поворачиваетесь к Богу и просите прощения. В Библии в Римлянам 3:23 говорится, что «все согрешили и лишены славы Божьей». Вы должны признаться, что вы грешник. Во-вторых, в Римлянам 6:26 говорится: «Ибо возмездие за грех – смерть». Мы заслуживаем пойти в ад, но Иисус умер за вас, Он любит нас, Он хочет, чтобы мы попали в рай. И кто попросит бесплатное спасение, Бог даст вечную жизнь, как сказано в Римлянам 6:23. Это подарок. В Римлянам 10:13 говорится: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Попросите Его, и Он даст вам бесплатный дар вечной жизни. Помолитесь со мной сейчас, и вы сможете принять Христа как Спасителя. Здесь нет волшебных слов, Бог смотрит на ваше сердце. Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник. Я нарушил Твой закон, прости меня. Засчитай свою кровь на мой счет. Прости мои грехи и прими меня на небо. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Библия говорит, что если вы призовете имя Господне, спасетесь. И если вы попросили Господа, Он спасет вас. Теперь вам надо расти, читайте Библию, молитесь, ходите в церковь. Возрастайте, чтобы быть хорошим христианином. Спасибо. Пишите, мы будем рады помочь.